Всем привет-привет! Добро пожаловать на мой канал AliExpress Life. Меня зовут Надя, и у нас сегодня будет обзор вот такого средства, ремувера для снятия гель-лака. Очень быстро снимает это средство гель-лак. Сейчас мы с вами в видео все проверим. Кто еще не подписался на канал, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Впереди вас ждет много чего интересного. Вот такое средство, не надо будет морочиться с жидкостью для снятия гель-лака или фрезером, тем более себе левой рукой снимать фрезером очень неудобно. Вот такая новиночка, присмотритесь, кому интересно, ссылочки будут в описании под видео. Всегда перед работой с этим средством надо забафить ноготочек, то есть убрать топ, верхний слой. Вот видео от продавца, как действует этот ремувер, и мы сегодня проверим его в действии. Итак, наношу я на ноготочек, средство запаха резкого не имеет, кисточка ровная, емкость 10 мл. Вот продавца на картинке, все быстро удаляется. Сейчас мы проверим, как оно действительно работает. Конечно, я сделала вам ускорение и подождем. В описании написано, что надо нанести и 2 минутки подождать. Итак, мы с вами ждем. Вот, как видите, средство уже растворило гель-лак, гель-лак поднялся. И сейчас будем удалять все это апельсиновой палочкой. Короче, очень это легко и быстро. Как бы мне оно понравилось. Ну, конечно, выбирать вам, чем снимать гель-лак или фрезером, или жидкостью для снятия гель-лака. Конечно, долго это все делать. Это средство на раз-два, 2 минуты подождали, и уже все удаляет, как видите, с ноготочков. Ссылочки я вам оставлю в описании под видео. Всем спасибо, кто досмотрел мое видео до конца. Кто еще не подписался на канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И всем вам до новых встреч. Всем пока-пока.